Так, 23 февраля, 2014 год, мизансцена такая, возле облгорсовета стоят майдановцы, напротив них вот на пешеходном переходе на площади Свободы через улицу Сумская стоят несколько человек с георгиевскими ленточками, я смотрел, там есть ребята, то есть оппонируют. Тут уже локально, спорадически возникают какие-то конфликты. Пока только дискуссии. Вон, смотрю я возле памятника Ленину. Судя по флагам, понятно, да? То есть удар я вижу. Удар. Нет, как бы это не красный флаг, не видно мне, плохо видно мне. А, это коммунисты, ой-ой-ой, коммунисты. Коммунисты. Ничего. Так, там коммунисты охраняют Ленина. Выпродивай этих бабок, бендеровские. Бендеру поставь. Приехали, в порядке. Так, а вот это... Вот это сторонники Майдана. Сейчас, наверное, даже не выключая камеру, пройдусь. Наверное, к коммунистам по старой памяти. Поскольку... В Союзе родился, на демонстрации ходил. А, то, что я принял, за черно-красный флаг, это георгиевская ленточка, которая, конечно, не георгиевская, а гвардейская, по-моему, так. Да, и много народу. Ну, по крайней мере, это уж сейчас точно не проплаченное ни Кернисом, ни Добкиным. А люди реально вышли за идею. Тетушек, я думаю, тоже мы уже не увидим. Будут выходить только идейные борцы. Ну, это и по-честному. Как по мне, имеют право. Так, в общем-то, и должно быть. Да. А он, по-моему, у СССР, что ли, флаг? Мне кажется. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. Господи, что за решетками? За что это за ерунда? Это уже не дело. Что за клетки? Это уже не дело. Я думаю, что он до мордобоя доходить не будет. Yeah, I'm going to go.
Но собираемся в Volkswagen. Значит, этим, пожалуйста, связанные с военной службой люди есть. Поднимите, пожалуйста, руки. Организуйте людей на охрану. Так, конечно, была идея снести памятник уже. Он говорит, что правый сектор собирается напасть. Есть такие сведения. Ну, тогда понятно, зарешить что-то. Не назвал бы эту клетку золотой. А, расписали памятник. Было написано. Че в клетке, господи? Пацаны, готовимся! Вон они идут уже. Это идут подкрепления. Так, ну сейчас, надеюсь, у меня хватит. Аккумулятор. От кого? От кого? За то, что дойти до памятника Шевченко. Ладненько, идем к Шевченко. Олег как-то с высокой точкой здесь снять. Ну ладно, сейчас сходим к памятнику Шевченко. К Майдану. И уже через парк, наверное. Будет 17-летний парень пустить в блок. Это что, можете подъяснить? Нью-хата. Ну, молодцы, что апостроф написали, а то получилось чересчур порнографично. Но с апострофом нормально. Увага, козел взрыв тут. Это, наверное, про Януковича, он вчера в Харькове был. Yeah.
Да, ну, сторонников, конечно. Вернее, так даже, господи, сторонников кого? Сторонников Дубкина, Гебкина, конечно, наверное, маловато. Это скорее противники всего, что связано с УПА, с Бандерой, а Майдан крепко связан, конечно, по моему мнению, по крайней мере.